Здравствуйте, в эфире новости 24, в студии Патимат Гаджиева и коротко о новостях к этому часу. В собственность Махачкалы вернули земельные участки, на их месте будет создан сквер. Новый современный детский сад скоро откроют в Кизилюртовском районе. Обладательницу олимпийской лицензии по боксу встретили в аэропорту Махачкалы. Земфира Магомедова представит Дагестан на Олимпийских играх в Токио. В то время как легкоатлеты с поражением опорно-двигательного аппарата готовятся к чемпионату России. Администрация города продолжает возвращать земельные участки, незаконно поставленные на государственный кадастровый учет. Так, в собственность муниципалитета вернули участок площадью 600 квадратных метров между 7 и 8 линиями проспекта Акушинского. Решением Советского районного суда исковые требования касательно грубых нарушений норм земельного законодательства удовлетворены в полном объеме. Теперь по улице Ахмеда Магомедова, 36, будет создан сквер. Напомним, также в этом году земли между 2 и 3 линиями проспекта Акушинского были возвращены в собственность муниципалитета. В сельских школах Дагестана отремонтируют и оборудуют спортивные залы. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» будут созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Уже к новому учебному году будет готово 6 залов в школах сел Новый Фрик, Маметкала, Хоточ, Манаскент, Султан Янгиюрт и Халимбек Аул. По проекту собираются заменить полы, покрытие стен, а также установить современное оборудование для занятия физической культурой и различными видами спорта. Всего на улучшение условий спортзалов выделят около 16 миллионов рублей. То, о чем родители малышей могли только мечтать, сегодня реальность. В Кизилюртовском районе скоро свои двери откроет новый современный детский сад, строительство которого осуществляется за счет средств республиканской инвестиционной программы. Лифты и просторные игровые площадки. Таким условиям даже позавидуют школьники столицы. Слово моей коллеге Алине Багиловой. В новом детском саду приятные хлопоты. Все ли готово, проверяет лично заведующая. На кухне сверкают кастрюли, новые печи и посуда. А работники не могут нахвалиться. Детсад хоть и ждали, но такого серьезного подхода и масштаба даже и предположить не могли. Честно говоря, мы не ожидали, что после открытия садика «Василек», что здесь в нашем селе откроют еще один садик. Поэтому скажу сразу, нам очень повезло с этим. Садик очень большой, соответствует всем нормам СанПина, МЧС. И наши жители очень рады, что смогут детей отдать в этот сад. Новый сад в Кульзеве построен по всем современным стандартам. Это огромные игровые комнаты, уютные спальни, спортивный и даже музыкальный зал. В таком саду дети точно не будут скучать. Всего в Кизилюртовском районе по республиканской программе планируется открыть 3 детских сада. По мнению работников администрации, это может разгрузить не только большую очередь в период демографического бума, но и обеспечить жителей дополнительными рабочими местами. Вот за последние 7 лет до этого практически застой был. Вот последние 7 лет на территории Кизилюртовского района уже 7 объектов дошкольных образовательных учреждений уже. Последний, вот сегодня уже 7-й объект, уже завершение идет. По плану, по заключенным контрактам, завершение должно пройти 1 августа. Здесь практически все готово. Собрана мебель, расставлены игрушки и заправлены кровати. Ждут самого главного – детского смеха. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Кизилюртовский район. Салман Дадаев встретился с одаренными детьми города, с победителями всероссийских конкурсов и олимпиад. Они поделились с мэром Махачкалы, в какой профессии видят себя в будущем, чем планируют заниматься. После повышения своей компетенции и квалификации почти все они планируют вернуться в столицу Дагестана и работать во благо родного города. Салман Дадаев поблагодарил ребят за целеустремленность и желание получать новые знания. Помимо благодарных писем, участники встречи получили памятные подарки.
И к новостям спорта. В аэропорту Махачкалы встретили обладательницу олимпийской лицензии по боксу Зинфиру Магомедалиеву. Финалистку отборочного турнира в Париже пришли поздравить родные, болельщики и представители спортивной общественности. Дагестанка представит сборную России на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 75 килограмм. Ну, отбоксировала и 100%, наверное, где-то 70%. Я довольна. Ну, я выиграла финалистку чемпионата мира, потом я поняла, что я чуть расслабилась и финала чуть-чуть, ну, недооценила. Так, иншаллах, буду готовиться, над ошибками работать, все получится. Очень важно, что она радует нас своими победами. На ее примере мы уже воспитываем наше подрастающее поколение. Она чемпионка Европы, чемпионка мира. И будем надеяться, что с помощью Всевышнего и при поддержке родных, близких, она станет олимпийской чемпионкой. Для этого у нее есть все. Дагестанские легкоатлеты завершают подготовку к чемпионату России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир по длинным метаниям стартует 14 июня в Чебоксарах. В последние дни сборов тренировку команды посетила и наша съемочная группа. Двухнедельные сборы команды легкоатлетов подходят к завершению. До старта считанные дни, нагрузки идут на спад. Но сейчас основным испытанием для спортсменов остается жара. Несмотря на все сложности, подопечные тренера Александра Мисюры настроены только на победу. Уже выступали по разу. С каждым годом набирают и опыта, набирают, и результат у них растет. И главное, желание есть. Большие надежды в команде возлагают на Алибулата Магомедова. Мужчина метает лишь 4-й год, но уже успел проявить себя на всероссийском уровне. Чемпион страны 2019-го в прошлом году был 2-м. Мастер спорта из Левашинского района мотивирован вернуть себе золото, но признается, что метание диска на тренировках дается ему куда легче, чем на соревнованиях. На тренировках, в принципе, 17-17,5 бывает, но на соревнованиях все-таки не получается, так как на тренировках. Там переживания, волнения и так далее, психологическая подготовка большую роль играет, дорога, очень изматывают самолеты, пересадки и так далее. Ну, это так, приятные трудности, которые преодолевают. У каждого из этих легкоатлетов своя трудная судьба. Активные занятия спортом, уверенные специалисты, способствуют их социальной адаптации. Двери спортшколы по адаптивным видам спорта открыты для всех желающих. Девочки, мальчики, пусть там возрастные, даже у нас возрастные ребята, молодые тоже с удовольствием. Они сперва едут, классификацию проходят, их там проверяют специалисты. Когда присваивается класс, уже начинаем с ними работать. Знаем снаряды какие, веса какие. Ну, как говорится, Минспорт, вот сейчас школу адаптивную открыли, там помощь есть очень большая. На чемпионате страны по длинным метаниям сборную Дагестана представят более 20 спортсменов. Соревнования в Чебоксарах пройдут с 14 по 21 июня. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, Хадижат Гамидова, телеканал ННТ, Махачкала. В Минспорта Дагестана обсудили перспективы развития гребного спорта в республике. На встречу с руководителем ведомства Сажидом Сажидовым приехал президент Федерации этого вида спорта, олимпийский чемпион Алексей Свирин. Говорили о создании учебно-тренировочных баз для сборных команд России в горах республики. Министр спорта сообщил о планах по строительству базы в поселке Дубки Казбековского района. Алексей Свирин заметил, что с созданием такого объекта российским гребцам не придется выезжать на сборы за границу. Отметим, что в эти дни на базе в Карабудахкенском районе проходит первый тренерско-судейский семинар по гребному спорту. Сегодня с утра вышел на набережную, посмотрел просто уникальное для меня, так скажем, зрелище. В 7 утра набережная полна, кто-то бежит, кто-то борется. Люди вышли на сапах, на воде. То есть это говорит о том, что аудитория, она есть. Нужно просто рассказать о своем виде спорта, показать его и, соответственно, дать возможность маломальски создать условия для того, чтобы нашим замечательным видом спорта можно было заниматься. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. Хороших выходных.